350 пробирок с фиолетовыми и красными крышечками. По версии их владельцев, это тесты, которые со стопроцентной вероятностью выявят у человека коронавирус, если он есть. Востребованный товар в условиях пандемии. Так решили злоумышленники. Вот только никак не ожидали, что их покупателями станут оперативники. На след продавцов псевдотестов стражи порядка вышли через объявления в интернете. Предприниматели развернули торговлю пустышками на одном из популярных сайтов. Одна пробирка за 2300 рублей. Небольшая сумма, чтобы узнать наверняка, заражен ты или нет. Разумеется, эффекта ноль, да и цель была другая – наполнить кошельки аферистов деньгами доверчивых горожан. Были задержаны трое жителей Подмосковья. Полицейские установили, что злоумышленники продавали вакуумные одноразовые пробирки для отбора образцов крови, которые содержат неизвестное вещество. Вся изъятая продукция направлена на исследование. Теперь криминальной троице грозит тюремный срок за мошенничество. Полицейские выясняют, сколько людей уже успели обмануть продавцы пустышек. Денис Бушуев, Константин Ярославцев, Петровка, 38.